Доброе утро. Меня зовут Пулина Елена, 25 лет, преподаю английский в частной семейной школе. Хочу немного сегодня рассказать вам про дождь. Осень на дворе, самое время поговорить о дожде. Вы, наверное, все из школы помните такое выражение «It's raining cats and dogs», то есть с неба падают кошки и собаки. Это такая гроза с молниями, с обильным дождем. А многие мои английские друзья, молодые английские друзья говорят, ну, это уже такое выражение, уже только наши родители его употребляют, старайтесь его избегать. Я вам сейчас дам классные выражения, как можно рассказать про дождь, потому что «It's raining» — это прям скучно. Можно сказать «It's bucketing». Bucket – это ведро. Льет, как из ведра. Oh, it's bucketing. Можно сказать «It's pouring». Pour – это лить. It's pouring. То есть прям льет, как из ведра. Oh, there is a shower. Или «It's showering». Вы, наверное, с утра уже принимали душ. A shower. Так вот, когда англичане говорят «It's showering», это значит очень обильный дождь, как будто бы, знаете, включили кран, вылили и снова закрыли. Можно еще сказать «It's drizzling», если дождик мелкий, моросит, знаете, так капает неприятненько. А еще можно сказать It's a monkey's wedding, it's a monkey's shower, it's a pineapple rain. И все это про слепой или грибной дождь, когда светит солнце и при этом идет дождь. А иногда даже говорят, the devil is beating his wife behind the door with a frying pan. То есть дьявол избивает свою жену за дверью сковородкой. И это тоже про грибной дождь так говорят. Представляете? Англичане чего только не придумают. А вы можете вспомнить наши идиомы про дождь. Бай! 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.